приехали в деревню Умадас. Здесь фестиваль и ярмарка. К сожалению, уже темно, поэтому прошу прощения за такое темное видео, но я немножко решила поснимать то, что вижу. Да. А вон смотри, какие рыцари. Рыцарские маски. Да, это мой любимый отдел с орешками. Ой, да, это наш любимый отдел. Сухофрукты, цукаты, суки. Где зеленая? А вот не помню, что такое. Оливки. Это чеснок, интересно, декорация или его продают? Ну, это не натуральное. А, декор. Опять лукомады и купы. Это внутри, я забыла, что там будет. Это под лифторитику. Там внутри фарш, а снаружи как пшеничная крупа. А, там не темное мясо, это в вине, да? Возможно. Ой, это кукуруза. На гриле, как мы делаем на огне. О, симметрий. А там кладбище. Представляете? Как интересно, фестиваль рядом с кладбищем. Это ручная работа. Здесь вот такие ресторанчики. Жарят сувлаки, шашлыки. Не понимаю, да, что лягушка с самоваром стекляет. Я тоже подумала, живая. Я хочу такой красивый тон. Надо вот тот посох, видишь? Как эти нет. Ой, тут... Это тоже ручная работа, видишь, что красивые орешки насыпать, да? Да. Помоги. Да, смотри, какие стульчики. Стульчики такие классные. Вообще. Посмотри, какие растения тут, видишь? Да вообще, да. А для дома, для сада. Ой, кактусы, обожаю, суккулентики. Да. Не знаю. Это, наверное, масленка. Мне такие нравятся. Я, может, что-то такое бы хотела, знаешь, под нос такой. У меня там один есть, но он более тяжелый. А этот, видишь, такой более легкий. What you put in this? What is this? Money box. А, it's for money. Okay, understand, thank you. Okay. Это трахана, это вот это что? Андреас приносит, чтобы суп делать. Андрей. Ты это ела? А я суп... Они делают кашу пшеничную с йогуртом сначала, размачивают, потом высушивают. Она кислая, ну вот. Да, это разные вишенки. Казинаки разные. Видишь, судзукас. Ты даже, смотри, вон 6 евро. Вот это? Лукум, смотри, они говорят, пастылаки. Попробуй так одну. Да, красный-красный. Я уже привыкла к тому, что здесь светлый гранат. Ага. Для меня это так немножко диковинка. О, инжир, смотри. Такой большой. Да, да, тут если пойти, тут можно увидеть такие домики красивые. Видишь, смотри, здесь вся деревня, она отделана так же, как Ливкара, вот примерно в таких, в таком стиле, видишь. Все, все каменное, улочки тоже узенькие. Жалко, что мы, жалко, что мы так поздно. Там 3 на 10, а тут 1 на 3. Стену облицовочную положили на землю. Да. Бля, капец, там полетит. Тоже смотри. Монастырь, да? Is the name day of Stavros? Today on the Stavros? Stavros? Yes, Монастырь, там вон написано, видишь? И там сюда внутри идет, это очередь туда. Монастырь Ставроса, и сегодня праздник, потому что именины Ставроса. Ой, какие тут. Как ручная работа или подручную работу. Конечно, подручную. Вот смотри, вот точно такие же совы тканы у меня есть, ткань. Это гобеленчик. Что первый этаж, а второй этаж жилье. Ой, смотри, какой там красивый второй этаж. Видишь, да. Веранда, балкон. С этой стороны у них магазин, а с той стороны видишь. Ой, смотри, вот это какая красивая. Угу. Там тоже улочка красивая. Да, это хендмейд. Вот эти, у которых красивый второй этаж, видишь, что магазинчик. Да, да, магазинчик Сергея. Тоже. Я, ты же туда пошли. Куда за ним пойдем? Шоп. Здесь тоже галерея. Опен. Художественная какая-то. Красивая. Да. О, а здесь уже, видишь, отдыхают. А это, наверное, люди живут, видишь? Да. Номер дома или квартиры тут. И так нараспашку. Тут вообще классненько.
какой цветы пахнет? Джасминтик. Смотри, прям видно. Наверное. Да? Где второй этаж? О, это уже красиво, как смотри. Вот, цветы пахнет. Джасминтик. We have space.